Один на один с хищниками. На арене Екатеринбургского цирка новая программа «Суматранские тигры». Буквально накануне выступления наши корреспонденты своими глазами увидели, как крупные хищники отрабатывают сложнейший трюк. Репортаж Ольги Кондрашовой. Очень опасный для дрессировщика и сложный для полосатых трюк. Хождение на задних лапах тигры Николая Павленко выполняют блестяще. В награду заслуженный приз – филейный кусочек мяса. Посидеть на тумбах удается совсем недолго. И вот уже новый трюк – прыжок. Особенность работы с хищниками – бесконтактная дрессура. На арене с тиграми Николай Павленко один на один. Ни ассистентов, ни шумового оружия. В арсенале дрессировщика только сила внушения и авторитет. Это все голый Павлов. Это каждый день кап-кап-кап. Немножечко, одно движение. Вот как будто он правильно повернул. Хорошо, дал мясо, все. Это завтра опять повторить. И это очень кропотливо, долго. И надо большое адское терпение иметь. И все же до конца покорить больших кошек невозможно. Чуть что, у них сразу громкое недовольство. Остальные тигры, их всего 14, во время репетиций и выступлений ждут своих собратьев в вольере. Причем свое жилище хищники тщательно охраняют. Никто же ни на кого не натыкается. Что? Что? После репетиции тигры отправляются в этот вольер. Сейчас здесь находится 12 животных. Обстановка миролюбивая, но бывают и драки. Однако, по словам дрессировщика, совместное проживание достаточно продуктивно. За 30 лет здесь родилось около 150 тигрят. Ольга Кондрашова, Александр Черных. События ОТВ.